Домбай по праву считается школьной партой советского альпинизма. Здесь начинали ходить самые известные и легендарные наши альпинисты. Поездка в Домбай в 1957 году кардинально изменила жизнь первокурсника Московского энергетического университета Николая Черного, а ныне знаменитого альпиниста. Однокашник говорит: слушай, путевки есть туристические. Тебе до Домбая 7 рублей стоимость путевки. Билет стоил 20 рублей. И мы поехали. И вот с тех пор, значит, так к этим горам и прилип. Первые 17 лет трудовой деятельности работал конструктором, и альпинизм был увлечением. А потом начал работать в профессиональном альпинизме, и это уже была работа, рассказывает Николай Черный. А впечатления на вершинах самые разные, говорит он. Смотря какая вершина и что ты делаешь. Если я захожу на Сафружу с отделением новичков, это работа. Я пришел, пересчитал, все здоровы, никто не кашляет. Когда сами для души? А когда сам для души? Самые разные, значит. Есть вершина, на которой... Вот на Эверест я зашел с 4-го раза. Вот тут уже чувствую достигнутой цели, несомненно. Это не везло просто. Я просто пытаюсь понять, вот почему так затягивает альпинистов, и они... Наркомания. Наркомания. Горы в окрестностях Домбая не самые сложные, но природа и дух замечательные, говорит Николай Дмитриевич. Самая-то красивая вот пик Эне, вот она. Но она не сложная, это двойка. А так вот траверс Домбая, это вот первая пятерка, которую я тут прошел. Вот. Но это категория сложности, вы понимаете. Там вторая, третья, пятая, четвертая. К сожалению, пошел дождь, и придется прервать наше интервью. Мы очень рады вас видеть в Домбае. Спасибо на добром слове. Общение с Николаем Черным и Владимиром Шатаевым в другой день, в солнечную погоду, мы продолжили уже на вершине горы Муса, Читара. Вот я на Малом Домбае был, траверс Большого Домбая прошел, Южный Домбай прошел, Птыш прошел. Это все облажено. Ну и Володя тоже самое, я думаю. А пик Эне вообще не смотрится. Снизу какой красавец, да? Да. Я чуть напутала, подумала, вот это пик Эне отсюда. В альплагере «Алибек» в Домбае я вырос до первого спортивного разряда, а потом перешел на высокие горы, рассказывает Николай Дмитриевич. Я, в общем, высотник. 30 с лишним восхождений на 7-тысячники и 7 восхождений на 8-тысячники. Дважды на Эвересте был. Ну, это все в Непале я ходил. Вот. А потом я еще провел кучу экспедиций, уже будучи, так сказать, в возрасте. И не в той форме, чтобы лезть самому. Значит, очень хорошая экспедиция. Значит, мой средний лхоз за последний 8-тысячник. Северную стену Эвереста, первый проход. Западную стену К2 в Пакистане. Очень хорошая. Классное восхождение. Николай Черный – руководитель российской гималайской экспедиции в 2001 году, который взошел на последний непокоренный 8-тысячник планеты вершину Лхотзе среднюю, а еще он главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на К2 по ранее непревзойденной западной стене, самому сложному маршруту, на вторую по высоте вершину мира. А чтобы стать хорошим альпинистом, надо быть физически крепким, здоровым и психически уравновешенным, считает Николай Черный. Ну и компанейским, грубо говоря. У нас коллективный альпинизм. В одиночку у нас и запрещено было ходить, и не ходим. Да это опасно, да и глупо одному ходить, грубо говоря. Ну, с моей точки зрения. Хотя есть такие солисты, будь здоров, как ходят. Николай Черный совершил восхождение на высочайшие горы Советского Союза и стал обладателем титула «Снежный барс». Все высшие 7-тысячники бывшего СССР. В 83-м году это закрыл пиком Победы. Ну, это такой титул почетный. Ну, понимаете как, вот пик коммунизма. Я на нем был 8 раз. Я работал спасателем, гидом, тренером и поднимался по работе, грубо говоря. Сначала как спортсмен, а потом уже... совмещал все это. У меня дома висит фотография. Я говорю, это гора Кормилица, я там деньги зарабатываю. Начинающим альпинистам, вот что бы вы хотели пожелать, порекомендовать? Это любое дело, как говорится, руби сук по себе.
Не надо сразу лезть на Эверест. Плохо кончится. Символ Домбая – Белли Алакая. Но я там почему-то не был. Почему, не знаю, улыбаясь, признается Николай Дмитриевич. Легендарный человек, простой и интересный в общении, изменил мое отношение к этому горному виду спорта. Альпинисты – это думающие люди, ведь горы не прощают ошибок. На вершине горы Муса-Читара воздух с ароматом альпийских трав и вкус чая необыкновенный. На высоте более 3000 метров мы слушали рассказы легендарных альпинистов о наших горах и заморских вершинах, а после и песни Висбора воспринимаешь иначе. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.